Чудовника. Скажіть, будь ласка, а для чого це я? Як ви не знаєте? Ви робите? Ну, не треба давати.
батальйону Донбас намагаються домовитись про уникнення конфлікту. Будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Возбуждать за подпись по делу. Конечно, это криминал. Криминал, уже есть подпись. Я написал письмо, что это автономная особа сработала. Видите? Ну вот, директор, ребят. Ну вот, в милицию подавать, Владимир, у меня лежит документ оригинала, понимаете? Хорошо. Да никакого суда нет. Как это? Мы были на суде. Суд идет. Я знаю, что вы рассказываете. А чего вы не явились на суд, шановный? Вы не з'явилися на судове засідання. Ви не путайте, не представіть з тими, хто не ставив рішення. А, то скажіть сюди, ні. Ставив рішення суду 2007 року, на який нас факт навіть таку замучені третьою стороною. Это люди, которые живут, а вы Буйко, приехавший сюда. Вы понимаете разницу? Мы здесь живем. Я вас не обижаю. Нет, так мы здесь живем, вы видите толпа, какая толпа? Где вы подписаны? Где вы подписаны? Где? Где вы подписаны? В Северодонецке. В Северодонецке? А если вы там вылезаете? Я был, кстати, в Северодонецке, с автоматом. А вы здесь, блядь. Я был там с автоматом. С каким, блядь? С каким автоматом? С русским, да? С какого блока с автоматом? Ой, дядя, мы первые стояли против этих бандитов, казаков. А тут что делать? Вы там стояли, а ты поехал, эти бандиты вылезаете на себя. Вы меня позвали, чтобы это его слышать. Нет, я хотел разобраться, я позвал человека, который сказал, что это сфальсифицированное. Это не данное письмо, покажите письмо. Он же вам сказал, что это документы. А почему вы меня обманываете? Кто этот документ утвердил? Пусть, если сейчас идет рассмотрение в суде. Давайте вызывать этих людей, кто-то утвердил. Да вы письмо вызывайте, нам не надо. Дивіться, якщо ви хочете, щоб все було по закону, у ваших інтересах, не конфліктуючи з громадою, до 30-го числа, коли буде наступне судове засідання, зупинити будь-які дії. 30-го числа в суді, то не зупинити. Так давайте цивілізовано вирішувати проблему. Я так здоров, понимаете, я не могу. Є судовий позов. Давайте зупинимо будь-які дії до з'ясування ситуації в суді. Це нормально. Представитель. Вы из Белогорода, вы неадекватный. Вы понимаете, что вы проводите а я не решаю это. Я а кто вы решил? А вы представитель? А вы кого представляете? Я чи вы просто трактуете документы на вашу судову? Вы права. Я трактую документы, как они трактуют. Или какой коротко, я тебе говорю. Я хочу тоже так же разобраться, как и вы. Ну так нельзя. Это не действительно потому, что это центр. Это не то, потому что тот. А как вы не можете разобраться? Ну так спокойно, не вот так. Вы привезли сюда ребят. Ну, я документы на руках с мокрой печатью, если вы не представитель, по каким основаниям вы в руках держите документы. Есть пропозиция. Давайте все разложим, идите мы до всего адвоката. Меня позвал этот Женя, я подожду. Вообще, что вы пишете?